Всем доброго времени суток. Меня зовут Кост. Многие из вас меня знают. Так вот, я хочу вам рассказать о месте, где я еще ни разу не был. Я был на многих фестивалях, поездил по стране очень много, но я еще ни разу не был на Доброфесте 2018. Мы с женой каждый год ездим на этот фестиваль, и могу сказать, что это, наверное, один из фестивалей, где вот я чувствую себя но я не был еще ни разу на Европейском 2018, я еще ни разу не был на ФРА, не разводил сокол, не мучил слэм. Поэтому в этом году я туда попаду, и ты, надеюсь, приедешь тоже, так что увидимся там.